визуально. Давай. Это слишком условно. Да, серьезно. Правая сторона, верхний это, 20 метров вправо. Ориентир, столб, верхушка, бля, и да, метров 20. Ориентир, двупой подберу. Давай, работай. Смотри. Хорош. Ну, бетер там сегодня... Шип орло, ответь. Что наблюдал, брат? Что наблюдал? Попаданий не вижу. Ну, тот район, куда и надо. Но за зимой ничего нет. А куда надо, скажи? Ну хорошо, так мы все лучше одетом, блядь, я чуть не пропустил. Ориентир, если ты видишь красное дерево возле поста, вот туда надо. Значит, начнется там. Работали непосредственно, мы сейчас по блокпосту, а не по красному дереву. Я поэтому тебя спросил, куда надо. Чёрт нашел, ну? Левее надо было брать, вы туда и взяли, нормально все. Все понял тогда. А сейчас ты говоришь, что там на красном дереве справа? Там что-то шевелится, ну, где деревья шевелятся, это, ну, не ветер, туда надо парочку подарков закинуть. Это большое дерево красное, вот это справа. Да, 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 это оно. А паутинцы укроп рвут, блядь, надо бы подумать. Да. Ориентир, давай, красное дерево, давай. Давай. Блять, вот вы шумные, сука, а. Пиздец, блядь, я знаю, нахуй. Дайте сюда малыша, блядь, и это. Орел, сейчас заряжу. Снимай полностью, да. О, есть. Да, да все отлично, что. Можно голубить. Орел, да. Не скупь, да? А? Бля, меня тоже что-то заклинило. Да, подойди. Я бы это понял. Отлично. Попали, да? Да, что-то есть. Ну заебись, хлопок слышно было, да? Саид, ты рад ворваться в движуху? Я рад тебя видеть здесь, друг. Есть, ебать! Горят волки позорные, ебать. Я же говорю, сука, рука важнее прицела. Талант, говорит, не прокуришь, не пропьем. One moment, please, да, не снова туда же, его. Конечно, я снимал блокпост, нормально. От блокпоста, в правую сторону перебегают люди. Ну, если для веселья, брат, все, как ты хочешь. Ну, как так, без меня, командир, в правую сторону от блокпоста перебегаются люди. Перебегаются. Большой барабум, блядь. Ути, господи, они еще отгалкиваются, ну посмотри. Пока они хуй пойми куда стреляют, ебать.
Они хоть знают. Пошли, пошли, ждем, ждем, ждем. Сейчас будет бабах, я видел. Ну сейчас они расстреляют еще свой БК на всякий да случай. Ебать, хуй пойми куда, ебать, слышишь, уже не навод. Они даже целишь не видят, нихуя откуда ебут. Да нихуй вообще, даже не то, что в нас. Нет, тут бывает косит на душа. Ну посмотри, сколько скошенных. Сейчас надо мной свистанул, ебать, когда я сюда бежал. Тут скошены там. Не, она если твоя, она все равно прилетит. Да вот тоже. И не слышишь. Ты просто, ну, нахуя. Орел на связи. Орел на связи. Кстати, вот он ПТРС. А я при чем, блядь? Тут по моим людям стреляют. Грязные у нас, а? Да похуй, ну вставляешь и ебашишь сразу. А ну еще раз открой. Открой нашу пушку. Вот такая вот девочка есть. Секретная хуйня. Укрытая, уютно так спит. Это не девочка, это пушка. Так, ребят, стволы, блядь, вообще нет. Не расчехляем, нахуй.